Всем, ребят, привет-привет! С вами счастливые люди. У нас хорошая новость. Прям поделиться, вот прям хочется поделиться. Рассказываю. Но? Ну нет, лучше покажу. Сейчас покажу. Смотрите. Не бойся. К нам. У нас никто здесь не жил. А мы открыли гараж, ну, там проветрим все дела. Ну, ходит кошка какая-то там, мы ее не можем поймать никак. Она, оказывается, родила котят. И они уже вот такие большие. И сейчас мы возимся вечером. И они возьми к нам домой, прям зашли котята. Мы были в шоке. Обалдеть. А Максим говорит, когда мама умирала еще, к ней пришла вот эта кошка. Она такая, знаете, темно не видно здесь. Она трехцветная, белая, серая такая. Даже четыре, наверное, цвета. Белая, серая, рыжая, черненькая, такие пятнышки. Один котенок прям пушисто-серый. Прям такой серый. А вот этот... А, упадешь, киса, там погреб. Упадешь, киса. О, боже, как. А вот эта милашка, худенькие такие. Они прям худенькие-худенькие, голодные. Сейчас Максим насыпу. А Чичи остался, который корм мы покупали. А вот тот котенок, не знаем, девочки или нет, пока еще не сильно даются. Мне кажется, что они девчонки все. Не знаю, поэтому я говорю девочки. А вот та кошка, она как мама. Только мама более светлее, рыжая. А тут более темнее. Больше черных пятен. Вот так вот. Вот такая вот у нас новость приятная. Ну, естественно, мы их оставим. Раз они здесь захотели жить, раз эта кошечка пришла, а я не говорила, а может, говорила, не помню. Короче, суть в том, что, оказывается, эта кошка, Максим как объяснял, потом она куда-то ушла, а, оказывается, она жила у нас в гараже, потому что котята вышли оттуда. Значит, она у нас поселилась в гараже, ничейная кошка. Но она была еще, говорит, совсем маленькая, а теперь, видите, уже котят нам принесла. Ну, я не знаю, сколько, месяца три, наверное, четыре уже кошки, котята. Не знаю, я не сильно разбираюсь в котятах, но я очень довольна. Сейчас лопают, насыпали меды. Сейчас еще скажу Максиму, пусть водичку нальет им. Вот так вот. Побегу, то Кирюшка. Ой, Кирюшка уже спит. Максим меня позвал, я бегом-бегом. Побежала с фотоаппаратом. Довольная, короче. Слава Богу, я все переживала, что... Потому что мамка с собой забрала все почти цветы моих всех питомцев. Ну, вообще как-то все-все-все. А видите, оказывается, жизнь налаживается, дом не пустой. Я рада. Поэтому я даже могу сказать, что это наши первые питомцы, которые появились в нашем доме здесь. Вот так вот. Замечательная кошечка и два котенка. Надеюсь, что они все останутся у нас жить, и все будет хорошо. Ну все, всем пока-пока, всем спокойной ночи, пока!